Хорошая новость для любителей зимних развлечений. Накануне в энергетике каток школы номер 41 открыл зимний сезон. Со вторника по пятницу двери катка открываются в 17:00. Работать в эти дни ледовая площадка будет до 22 часов. В субботу и воскресенье режим работы с 14 до 22:00. В понедельник – выходной. Прокат для взрослых – 80, для детей – 50 рублей. Также будет производиться личная заточка коньков. Предлагаем оценить работу большого количества людей, которые приложили свои опыт и знания в подготовку льда. Отличительной особенностью нашего катка является то, что каждый из нас вложил кусочек сердца в эту работу. Мы будем с нетерпением ждать вас. Приходите.